А в 9-й городской школе на днях стартовал региональный этап конкурса профмастерства «Славим человека труда». На него собрались электрогазосварщики коммунальных предприятий из Салехарда, Нового Уренгоя, Губкинского, Ноябрьска, Надыма, Пуровского, Шурышкарского и Тазовского районов. Участников и гостей мероприятия приветствовали руководители и представители администрации Надымского района, общества «Газпром Добыча Надым». Конкурс производственного мастерства имеет славную древнюю историю. Но, наверное, во все времена люди стремились не просто хорошо работать, а становились мастерами своего дела. Но сегодня невозможно представить, наверное, все-таки такого профессионала, который не увлечен своей работой, не увлечен своим делом. Но вот есть хорошая, наверное, древняя поговорка: если ты не хочешь работать, то займись тем делом, которое ты любишь. Обращаясь к молодежи, Игорь Мельников заметил, что профессия электрогазосварщика – одна из самых востребованных в топливно-энергетическом комплексе. Высококлассные специалисты, добавил он, нужны на месторождениях общества «Газпром Добыча Надым». Конкурсы профессионального мастерства помогают становлению молодых рабочих.